Всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не спит, и сегодня у нас 6 января. Мы записываем нашу ежедневную рубрику «Чё почём» для моего YouTube-канала. Давайте посмотрим, что у нас будет в магазине. Всё целиком меняется. Надеюсь, сейчас ещё и с новеньким, да? О, какая! О, кого закинули? Училку, ребят, училку с ноутом за спиной от фирмы Lama. С флешечкой, всё как положено. Кстати, ноут очень мало места занимает. Прям вообще аккуратно-аккуратно. Деваха. Прям минимализм. В очочках. Как назвали? Умница, да? Ну, какая умница, ребят? Как вам умница такая? С бейджем. Что на бейдже написано? На бейдже написано, что тут ни хрена не понятно. А вот ручки я бы так не носил. Могут потечь. Прикольный галстук. Минус-плюс. Делить и умножить. Этот с калькулятором. Часы с калькулятором. Сзади. Конечно, не этот. Не кошка, но ничего. Ноут прикольный. Ноут прикольный. Умница. Это нам у нас же, по-моему, училка была, да? Или кто с боевого пропуска? У нас была деваха. У нас же была деваха с боевого пропуска, похожая. Вот. Как ее называли? Стажер. А, ну стажер более военный, да? Ну, стажер в юбке был. Стажер у нас был. Ну, как по мне, у кого был стажер? Ну, не, отличается, конечно, отличается. Это ближе, знаете, ребят, это ближе вот к скинам, кто любит стандартные. Кто берет скины по 800. Вот вам скин за 1200, он реально стоит 1200, потому что он не сильно изменен, как по мне. Плюс еще из-за того, что они новые все идут с вот этими рюкзачками, с новыми. Вот. Если бы раньше он выходил, он бы стоил 1200, и рюкзачка бы у него не было. Ну, короче, ничего особенного, ребят. Я такое не люблю, я такое покупать не буду. Но я думаю, ребята приобретут. Вот именно те, кто берут стандартные скины. Здесь у нас что? Рейс-шина. Окей, рейс-шина. Это, наверное, какая-то хрень для черчения? Или что это такое вообще? 500 стоит. Звук. О, какой. Звук классный. Звук неплохой. Мне звук нравится. Визуалка мне не очень нравится. Мне не под что просто. Я не знаю, под что это использовать. Но звук ничего. Звук хороший. Тонкий расчет сет. Рейс шина. Понятия не имею, что это такое, но предположу, что это для черчения. Вообще не знаю. А вот это мне нравится. Вот это нормально. В конце видео покажу, как этот самолет выглядит после аутро. Досмотрите видео до конца, увидите, как он в игре будет выглядеть. Блин, классный. Кайф его покрутить, посмотреть, что на нем написано. Может, что-то прочитать, можно будет или картинку какую-то. Кайф снизу его глянуть. Посмотрим в игре. 800, цена хорошая. Хороший дельт. Блин, хороший дельт. Хороший дельт. Справа. Довольно редкий танец нам закинули справа. Ребят, смотрите, что нам закинули. Кайф. Это прикольно. За 800, ребят, танец был буквально, ну, в магазине всего ничего. Я вообще думал, его будут закидывать только на Хэллоуин. Почему не на Хэллоуине? Странно для меня. Ну, пусть так. Я думаю, вот танец, наверное, сейчас покупится больше, чем этот скин, блин. Танец сейчас будут покупать. Потому что он реально не очень часто. Здесь у нас что? Здесь у нас эксперт-оружейник. Ну и этот скин закидывает частенько. Наверное, раз в месяц стали тоже закидывать. Все вот эти скины по более-менее стандартные, по 800, по 1000. Сейчас последние несколько месяцев стали стабильно закидывать. Вот. Мне
скин, ну, как я и говорил тысячу раз, стандартный не очень нравится. Мне не очень нравится. То есть разница только вот в каске. Я такой не люблю. Ну, вы имеете в виду. Следующее. Бесконечный деп. За 500 эмоция. Танец, не знаю, эмоция, танец. Скорее, наверное, эмоция, не танец это. Мне его дарили. К сожалению, уже не помню никнеймов, кто дарил, но спасибо большое за подарок. Вот. Боюсь ошибиться, у меня есть предположение из двух ников, кто мне дарил, из двух ребят. Но не хочу ошибиться, обидеть другого, вдруг не эти двое. Поэтому в любом случае спасибо еще раз. Я его поюзал некоторое время. Нормуль. Здесь у нас спецназовец. Спецназовца, по-моему, кстати, не так часто закидывают. Но недавно опять-таки был. Его долгое время, по-моему, не было. Потом стали опять. И его стали закидывать. Снижать цену. Ценность снижать данного скинчика. Он, кстати, неплохо выглядит. Весь в один цвет. Прикольно. В Панаме. Этот скин побольше мне нравится, чем эксперт-оружейник. Мне он больше нравится. Но из этих трех я бы брал, конечно, на умницу. Если вот три скина по 1200 сравнивать, то умница мне больше всего нравится. Здесь у нас Voyager. Старенький дельт. Очень старенький. Это у нас под космонавтов закинули. Кто играл в третьем сезоне, у кого космонавты? Вот вам дельт. Вдруг не на чем летать вам. С третьего сезона играете, и вдруг вам не на чем летать. Вот вам неожиданно дельтапланчик подвезли. Неплохой дельт. И счастливчик. Кирка за 500. Ничего в ней особенного. Стандартная кирка, кроме одного маленького нюансика. Это смайлик. Так что для любителей побегать с стандартной киркой, ну, кто покупает боевые пропуска, да, ребят, и вы накопили, да, чуть вы баксиков, или просто там чуть вы баксиков у вас есть, там, в ПВЕшке нафармили, вот кирка, эконом-вариант в виде стандартной нормуль. Просто будет вам радовать душу смайлом. Нормуль. Звук. Е. Так, кстати, магазин очень дешевый, ничего дорогого нет, ни за 1500, ни за 2000 нету вообще. Самое дорогое тут по 1200 у нас 3 скина. Очень дешевый магазин. Тупо эконом вариант. Здесь у нас что? В новостях. Не обновились еще. Кстати, ребята, в новостях появилось окончание продажи. Ледяные легенды. Кто не успел закупиться, ребят, давайте. Пооперативнее, потому что я предполагаю, что этот пак будет ограниченным. Я не уверен, что его еще раз закинут. Конечно, все бывает. Эпики закидывали этот стартер-пак третьего сезона в магаз. Но будем надеяться, они не повторят этого и больше не закинут этот пак. Потому что те, кто сейчас играют, я думаю, на это очень сильно рассчитывают. По крайней мере, хотя бы до следующей зимы, чтобы его не закидывали. Обновились новости. Гениальная стратегия. В игре появилась экипировка умницы и снаряжение «Тонкий расчет». И обратите внимание, сутки. Я не знаю, будут сутки это так же, как сделали с айсбергом, да? Не знаю, будут так же, как с ним сделали, что написали сутки, а потом просто сдвинули все в один сет и докинули. Я это не знаю. Но потенциально может быть, что реально одни сутки. Потому что сейчас магазин какой-то очень нестабильный. Из-за Нового года все поздвигалось. Он вроде закончился, но все равно. Вот это смущает. Так что имейте в виду, ребят, если планируете, не затягивайте покупку. Обращаю внимание, ребят. Девчонка эта, да, которая сейчас в магазе у нас, умница. Она из вот этого сета. Сет, который давался за PS Plus. Тоже, видите, тонкий расчет. Пацан, в сете в этом шел пацан, шел бэкпэк, давайте я его одену, пацан, шел рюкзак в виде калькулятора, вот этот, вот он, пацанчик с этого же сета, имейте в виду. С магазином все понятно, смотрите, в конце добавим вставочку, как я и обещал, с этим скинчиком. Вам спасибо большое за просмотр. При покупке не забывайте указывать тег автора SPT083. Также при покупке игр в магазине эпиков тоже не забывайте. Там при оплате окошко специальное есть SPT083. Добавляйтесь, друзья. Всех добавляю.
играем частенько ваши демки. Почти каждый день играем ваши демки. Завтра жду всех. Завтра в начале стрима буду играть, будем играть вчетвером Pummel Party. Интересная игруля. Первый стрим будет по ней совместно еще с ребятами. Так что приходите, посмотрим. Всем спасибо. Пока. Ну что ж, полетели. Давайте смотрим дельтаплан. Открываем. Прикольно, он складывается в воздухе. Прикольно. Вообще шума нету, слышите? Бесшумно. Очень тихое открытие, и все, и звука вообще нету от него. Кайф. Очень аккуратно. Прикольно. Мне нравится. За эти деньги мне нравится. Хороший дельт. Прикольно. Вообще прикольно. Реально прикольная тема. Такого еще не было. Он ни на что не похож, да? Вообще ни на что.